Всем привет! Вы на канале «А ну-ка, давай-ка!» И сегодня мы подготовили для котиков новый челлендж с колбаской, который будет немного шпионский. Шпионский? Это как? Сейчас все расскажу. Для челленджа нам понадобится несколько предметов, расставленных по периметру, и главная башня в центре. Обтягиваем все нитками, чтобы котикам было сложнее проходить. И украшаем полосу препятствий с помощью елочных шариков, которые добавят новогоднего настроения в наш челлендж. Ну вот, получилось как-то так. Теперь переходим к самой главной части, а именно колбаске. Раскладываем ее по периметру нашей паутины и зовем первую участницу. Мурочка, иди сюда. Аню, ты меня звала? Я в коридоре была. Да, сегодня челлендж с колбаской. С колбаской? А что нужно делать? Нужно в паутине найти всю колбаску. Это просто, я ее уже вижу. О, шарик прикольный. Так, тут надо пролезть и немножечко пройти. А вот и моя колбаска. Сразу 3 штучки. Начну со средней. Ну что, доела? Остался последний кусочек. Сейчас разберусь с ним и начну искать остальную колбаску. Все, я готова к новым поискам. Ань, подскажи, где мне искать колбаску? Как я уже говорила, колбаска разбросана по паутине. Да, паутины тут много, а лазить просто так по ней неохота. Поэтому лучше я кое-что сделаю. Что, Мурочка, ты сделаешь? Заберусь повыше и осмотрю все сверху. С этой стороны все понятно, с этой тоже. Сверху колбаски нет, а вот там кое-что есть. В первую очередь пойду по знакомому пути, чтобы не запутаться в паутине. А потом что будешь делать? Буду сильно принюхиваться. Кажется, я что-то нашла. Колбаска. Молодец, Мурочка, ты уже нашла целых 4 кусочка. Ну, с этим было легко. Я его со шкафа увидела. Вкусненько было. Не то слово. Теперь мой животик просит еще колбаски. О, а это что такое? Вы что, повесили сюда колбасный шарик? Кья-кья-кья! Не, что-то он какой-то не такой. На колбаски не похож. Хотя Аня же сказала, что тут еще полно колбаски. Может, он все-таки съедобный? Нужно проверить еще раз. А как будешь проверять? Конечно же, лапой. Кья! Все понятно, он 100% несъедобный. Не бывает такой твердой колбасы. Правильно, это елочный шарик. А куда ты идешь? Мне нужно еще раз осмотреть все сверху и понять, где лежит колбаска. Поэтому я посижу на этом стуле. О, тут еще камера есть. Прикольно. Я была права. Отсюда хорошо видно, где лежит вся колбаска. Так, я уже запомнила, где все лежит, поэтому можно начинать. Тут и Мурка и выдумщица. Такой интересный способ придумала. Ну да, только в своем способе я не только на память полагаюсь, но и на свой нюх. Вот тут, например, очень сильно пахнет колбаской. И сейчас я по этому запаху пойду в паутину. Зачем в паутину? Вон висят 2 колбасных шарика. Ага, очень смешно. Все, я за колбаской. Так, тут где-то еще одна должна быть. Это ты сейчас по памяти или по запаху ориентируешься? По памяти. Я помню, что 2 колбаски лежали около друг друга. А разве эта паутина может двигаться? Хотя не важно. Я нашла свой следующий кусочек колбаски. И уже к нему иду. Вкусненький кусочек. О, еще один рядом. Какой ароматный. Это уже 7-й Муркин кусочек. Интересно, найдет ли она еще? Конечно, найдет. Вот мой еще один кусочек. Итого Мурка нашла и скушала 8 колбасок. По-моему, хороший результат. И я так думаю. И вообще, колбасные челленджи супер классные. Так что, ребята, не забудьте поставить свой лайк, чтобы Анюта проводила для нас такие челленджи почаще. Они нам очень нравятся. Я думаю, тебе никто в лайках не откажет. А сейчас давайте позовем следующего нашего участника – малыша. Ну что, малыш, как будешь проходить испытание? Я включу свой супер-нюх и буду пробираться на запах. Я уже чувствую тонкие нотки колбаски. Нет, наверху пусто. А вот тут запах ведет меня вперед. Точно, я вижу 3 кусочка. Кажется, сегодня удача мне улыбается. 3 балла ты уже заработал. Это было просто. Я уже вижу и свой 4-й балл. Отличное начало. Думаю, у тебя есть все шансы на победу. Я весь год тренировал свой супернюх. О, а вот же еще одна. Мне все больше нравится это испытание. 5-я колбасная монетка. Супер. Эти нитки как лазеры, а я как супершпион пробираюсь. Кажется, на этом стуле что-то есть. Ну-ка. Ну, запах тут точно есть. А колбаски нету. Наверное, Мурка съела. А на этой башне очень удачное место. Вы могли туда спрятать колбаску. Но запаха я оттуда не чувствую. Ладно. О, я вижу колбаску. Только как ей аккуратненько. Молодец, малыш. Уже 6-я монетка. Очень хорошо идешь. Тут сразу рядышком и 7-я. Это узор на ковре или колбаска? Ну-ка. Как же я ее сразу не заметил? Отличное зрение и нюх. Браво. Колбасные монетки. Ну, по крайней мере, я больше не чувствую нигде запахов. Ну что ж, 8 баллов – это отличный результат, я считаю. Думаю, я победил. Мурочка тоже набрала 8 баллов. Да? Какая молодец. Значит, победила дружба. Хотя сейчас Пупся будет проходить. А да еще тот пылесос может и обойти нас. Ну, посмотрим.
посмотрим. Я уже вижу первую колбаску, но как-то до нее далеко добираться. Надо попробовать с другой стороны. О, так тут еще одна. Иди как ко мне. И пупсяша открывает счет. Ой, я, кажется, застряла. Надо выбираться. Ой, мамочки. Фух, настоящая ловушка. О, а это что? А, просто фарик. Так, я вижу следующую цель. Аккуратненько пробираюсь. Отлично, вторая монетка в копилочке. В копилочке? В какой копилочке? Мне ее надо искать. Нет, это выражение просто такое. А, ну тогда пойдем дальше. Смотрите, пупсяша просто идет по кругу и собирает все монетки. Они залазят внутрь лабиринта. По-моему, отличная тактика. Я уже сбилась со счету. По-моему, это уже четвертый балл. Я уже, кажется, поняла, как среди этих ниток пробираться. Пятая колбаска. Молодец. Я уже прошла весь круг. Что дальше? Где-то еще есть? О, еще колбаска. Так, пролажу под этой и вот сюда. Давай. Что-то не получается. Может сюда пролезть? Нет, слишком узко. Тогда сюда. Ну уже, почти. А, вот. Отлично, мы эту колбаску засчитываем за 3, потому что у котиков тут лежало по 3 колбаски, а пупсяше много нельзя кушать такой еды. Ну ладно, только вопрос, как теперь отсюда выбраться? Ай-яй, цепляюсь прической за все подряд. Так, надо внимательно все осмотреть и найти дорогу. Хотя можно и спросить. Здрасте, вы не знаете, как отсюда выйти? Молчите? Ну ладно. Кажется, я уже сама разобралась. Кажется, я чувствую еще тут колбаску. Запах ведет меня сюда. О, а тут запах сильнее всего. Это что, фарики? Ух ты, я нашла ту самую копилочку. Нет, пупсяш, тебе это нельзя. Да, я знаю. Получается, все участники набрали по 8 монеток. Ну, не считая этой копилочки. Поэтому мы решили провести дополнительный раунд для всех желающих. Ну что, пушистики, все участвуете? Я считаю, что победила дружба. И я так думаю. Да, ну да, мы все победили. Ну, конечно. А колбаску можно просто так достать? Доставай. Тогда это черт моя. А я вообще-то уже наелась. Спасибо. А я тут не могу достать. Смотрите, в середине опять лежит. Сейчас достану. Я тогда с другой стороны обойду. О, тут тоже есть. Понятно. Мне очень понравился сегодняшний челлендж. Потому что он с колбаской. Кстати, ребята, мы уже получили от вас целую гору писем и посылок. И отправим их уже в январе. Потому что Анюта готовит для нас какой-то сюрприз к Новому году. И хочет и вам показать. Я уже жду не дождусь, когда же мы их будем распаковывать. Ну а вы, ребята, не забудьте поставить лайк и подписаться, кто не подписан. А на сегодня у нас все. Всех с наступающим и до скорых встреч! А вы уже смотрели это видео? Мне кажется, нет. Скорее нажимай! А, уже смотрели? Тогда жми сюда и выбирай другое.